Итак, серия на канале Asmodee Play Big Eye, задание Blackbird на задании позывной Big Eye. Big. Что-то было, был какой-то персонаж, негр был в этом. Как же игра-то называлась? Док Хаус, не важно, нахрен. Был и был. А мы играем в Call of Duty Black Ops, возможно, 2. Давай. Правильно, воинское приветствие мне. Так, я должен самолетом, да, управлять? Кэт, это Бигай 6, разрешите взлет. Бигай 6, занимайте четвертую полосу. Кэт, подтвердите заправку у KC-135 в секторе Браво 6-9. Я принято, должен... Бигай 6. Заправщик встретит вас в секторе. Бигай 6, взлет разрешаю. Принято, Кэт, выполняю. Так. Давай. Поехали. Я начинаю разбег. Понял вас, Бигай. Отрыв подтверждаю. Подъем, отрыв. И рубеж. Да. Убрать шасси. Шасси убрано. Кэт, отобегаем и в воздухе. Все равно я управлять такой штукой не умею. Ой, как красиво. Мы где, в стратосфере, наверное. Да? На самых верхних слоях атмосферы. Господи, как космонавты. О чем еще что-то видел? Используйте индикатор цели, чтобы найти кило 1 на радаре. Так. Для увеличения. Есть! Вижу их! Кило 1 это Бигай 6. Вижу вас на радаре. Понял вас, Бигай 6. У нас видимость 0. Наводите на ретранслятор. Кило, смещайтесь на восток. Так. Принято. Атакуем. Зачем атаковать-то? Чтобы отдать приказ. Так. Вас куда-то надо отвезти. Сектор зачищен. Молодцы. Давай. Перебегай. Техника противника на дороге. Прием. Убрать группу с дороги. К северу от вас есть строение. Спрячьтесь в нем. Давай, вот сюда. Они проезжают мимо дома. Пусть. Так, стоп. Противник остановился у дома. За каким? Что надо? Команда противника. Уничтожьте ее. Тихо. Спокойно. Светошумовая! Какая светошумовая? Угроза устраняет! У нас ранены! Удержу их огнем! Цель поражена! Ни хрена себе, в упор добежал. Кило, у вас все чисто. У нас все чисто. Идем Кило дальше. Кило один, на дороге жарко. Выходите через заднюю дверь. Принято! Выходим! Давайте. Видим две цели. Устранить. Кило один. Ответьте. Кило один. Да тихо ты. Пока прикажите отряду уничтожить охрану. Да кто... Кило один, на дороге жарко. Выходите через заднюю дверь. Принято. Атакуем. Давай. Видим две цели. Устранить. Все. Сектор зачищен. Молодцы. Давайте, тусуйтесь. Понял вот там. Вас, Бигай. Ребятки, давайте. Так. Направляйтесь к казарме. Первая цель внутри. И? Уже. Давай. Приближается крупный патруль. Кило, тормозите! Держим позицию. Принято, кило один. Вас не видно. Так. Стойте, стойте. Пусть все свалят. Пусть все свалят. Ну,
то кто-нибудь вас не делал. Кило-1, все чисто. Принято, выходим. Мы над казармой, внутри несколько целей. Кило-1, войти и зачистить. Давайте. Понял вас, бегай. Так, я там должен, да, зачищать? Так. Вот туда! Так, погаши! Принято! Санитар, сюда! Вот они! Голову! Убит! Герусловайся! Мы сейчас! Граната к бою! Уходим! Давай! Держи в поле зрения! Все хорошо! Да я ему на... Отличный выстрел! Легко! Под огнем! Все чисто! Хорошая работа! Прекрасно, я бы даже сказал! А все опять же благодаря мне. Что, не здесь заряд? Где заряд-то закладывает? Давай. Отходим. Ой-ой-ой. Внутренняя связь выведена из строя. База накрыта. Идем к следующей цели. Принято, Кило-1. Так, что мне опять вести? Кило, следуйте на север. Принято, бегай. Бегай. Watch Dogs, вот что за игра была, Watch Dogs, там бегаю был, по-моему, если не ошибаюсь, толстый такой негр, которого потом... Вас понял. Кило-1 на подходе пехота противника. 6 человек минимум. Слишком много. Укрытие и не высовывай... Хорошо. Хорошо. Джейсон Хансон возглавлял атаку на Ямантау. Да. 20 градусов ниже нуля. Чертов ублюдок в своей... Что, в своей, да. Ямантау, СССР, база находится. Объект предположительно является центром заработки проекта нового. Вот и они. Нужны провести отряд в долину для выполнения задач. Ждем. Понятно. Ждем. Ну, жду, жду. Вау, у меня арбалет. Снова. Какая прелесть. Ну. И много здесь. О-о-о. Ну врагов-то до хрена. Так. Сваливайте все. На руки мне всё. Не наступите только. На подходе новый противник. В сторожку, быстро! А что, мои шаги, наши шаги не слышно, что ли? Стоп. Лежать. Собаку надо в первую очередь гасить. Куда-то убежали. Так. Ну. Чисто. Бегай. Это Кило-1. Хорошо, что вы чисто. Нас видите? Подмел. Видим, Кило-1. Видимость улучшилась. Начинаем операцию. Выходим к подстанции. Поиск. 4 бойца входят в постройку. Прием. Принято, бегай. Мы входим. Ага. Так, слазим. Давай, это нам привычно. Это мы знаем. Силовые реле под нами. 4 цели. Пошли. Так, до спуска. Ага. Я же тормозил. Или как надо? Я делал... Блин, ладно. Давай-ка еще разок спустимся. Силовые реле под нами. 4 цели. Пошли. Так. Все. Приземлился. Еще разок. Блин. А ты не можешь автоматически спуститься? Готов, жду только тебя. Да я-то готов. Тревога!
Тревога! Нас атакуют! Конечно, вас атакуют. А знаете кто? Я. Вали его, козла, давай его. В топку его. Прекрасно. Бегай, это Кило-1. Мы взяли подстанцию. Вас понял. Пошли. Веду перенастройку. Порядок. Вижу секцию связи. Переходите к следующей цели. Основная часть комплекса находится внизу хребта. Где это скотина? Если данные об использовании новых 6 в качестве оружия есть, то они там. Как только мы отключим связь, они поймут, что дело пахнет керосином. Угу. Керосином. Ни бензином, ни соляркой, ни мазутой, а керосином, значит. Чтобы задержать дыхание. Они он дрова собирают. Ну я-то за тобой следую. Это Кило-1, подходим к цели. Принято, бегай. Понятно, ты, короче, без меня ничего не можешь. Кило-1, множественные цели на подходе к станции. Принято, бегай. Хадсон, нужно провернуть все по-тихому. Используй арбалет. Если нас засекут, переключайся на разрывные. Один в патруле у сарая, двое под ним. Две цели у грузовика справа. Да. Еще один у опоры. Так, пошли. Подожди. Тихо. Так, спокойно. И так до хрена положил уже. Не знаю, зачем вы так. Я их вижу. Вот он. Он прав. Легко. Так. Держи в поле зрения. Да спокойно, он. Скоро его не будет. Противник возле ретрака. Понятно. Он у меня на мушке. Все равно всех с арбалета не перебивать не надо. Тебя подстрелили. Понял. Вот он. Я думал, это свой, кстати. Подтверждаю. Кило-1, две цели вошли в генераторную. Да. Принято, бегай. Падла. Давай. Стреляй по петлям. С арбалета стрелять-то? Вот он. Хорошая работа, Кило-1. Конечно. Вы держите периметр. Да. Внимание, стой. Через 3 минуты мы отходим на дозаправку. Принято. Бегай. Это Кило-1. Мы у станции связи. Принято. Тревога! Группа заняла позицию у окна. Цель поражена! Эритинская! Цель поражена! Принято. Контакт погашен. Прекрасно. Кило-1, множественные цели на подходе к станции. Санитар! Да. Бум. Да, вот зачем я собираю их. А, вниз нам надо, нам надо вниз. Хорошо. Вот он! Нас хватит ли! Скоро его не будет! Контакт погашен! Тихо. Бум. Блин, сразу в жбан прилетело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Внимание, через 3 минуты мы отходим на дозаправку. Принято. Бегай.
Это Кило-1. Мы у станции здесь. Нас атакуют! Отправ! Готов! Стой, Мурки! Красиво сработал! Много целей! Он не ожилы! Противник уничтожен! Еще нет, так еще точно. Не уничтожен. Кило-1, множественные цели на подходе к станции. Товарища ранило! Тихо, тихо. Огонь! Направление! Скоро его не будет! Ранил! Спокойно! Нати! Сейчас взорвется! В голову! Достань морфей! Возле пульта! Я его вижу! Готов! Спокойно. Спокойно, граждане. Пойдем. Ну пошли. Ты чё? Меняю, стреляй! Да идите нахрен. Вы специально это что ли? Твари! Суки! Как с вами еще разговаривать-то? Внимание, через 3 минуты мы отходим на дозаправку. Ой. Принято. Бегай. Это Кило-1. Мы у станции связи. Да. Бога! Нас атакуют! Он не оживает! Раненый! Я... Цель поражена! Раненый! Так... Точно! Подержай! Вот это выстрел! Кило-1, множественные цели на подходе к станции. Где? Вижу их! Он ранен! Спокойно! Спокойно! Черт! Бойца ранило! Так! На! На! Без упреки! Время кончено! Принято. Вот так. Меняю, стреляй! Он не ожилы! Пойдем. Вас понял. Пойдем, пойдем. Вот отличный один. Выстрел. Прекрасно. Принято. Вот это выстрел. Связь подтверждена. Все? Противник уничтожен. Подтверждаю. Кто там? Бежим! Он у меня на мушке! Все? У нас чисто. У меня Катя, чисто. Выключай радар. У вас. У вас чисто. У вас ни хрена ничего нету. Все только творится здесь благодаря мне. Подтвердите выход радара из строя. Прием. Засекут нас теперь быстро. Двигаемся, господа. Гранатомет на гряде! Хадсон, слезь с гряды! Воу! Так. Не мы спас. Мы потеряли Харриса. Лавина! Хадсон! Вы отделились. Как это вы отделились? Я же перепрыгнул. У нас чисто. Хадсон, отключай радар. Так. Чё-то не катит. Ладно. Бегай. Пойдем. Это Кило-1. Должны потерять бойца, выход радара так. Из строя. Прием. Засекут нас теперь быстро. Двигаемся, господа. Гранатомет на гряде! Ага. Ну вот. Поймать не сумел. Мы потеряли Харриса. Лавина! Тихо. Хадсон, беги! Да бегу я! Вперед, вперед! Конечно, вперед! У меня больше вариантов нету. Я даже не совсем вижу, куда бегу.
А если быть точнее, вообще не вижу, куда бегу. О-о-о-о-о-о-о. Где парашют? У меня есть парашют? Почему до этого не было парашюта? Бум! Как мешок с дерьмом. Чёр, они зачищают территорию! Вперед! Подожди. На жопу его прилепил. Ничего? Погоди! Прямо в цель! Ой! Прикрою! Готов! Не силы! Ой, не туда. Контакт погашен! Подтверждаю! Вот он! Ребята, поле зрения! Я вижу! Идет. Вижу, возле хижины! Вот он! Я их сделал! Стоять, поражена! Держись, товарищ! Так. Держу их огнем! Нормально теперь. Удержаю! Он у меня на пушке! Что делать? Да я в него попал! Вас понял! Это выстрел! Блять, ну так хорошо все начиналось. Так. Созревать. Так, созревали стрелы. Они зачищают территорию. Вперед! Подожди. Так, вот так. И... Готов! Давайте. Контакт погашен! Он не ожил! Кидай гранату! Понял. Все твои ходи! Граната! Поле зрения! Закрой! Да. Вот он! Вас понял! Готов! Пулемет на вышке! Воу-воу-воу! Сюда! Точно в голову! Давай на поражение! Легко! Он не оживает! Товарища ранило! Кто там? Этот товарищ нам? Противник уничтожен! Не товарищ! Контакт погашен! Давай! Вон они! Бежи! Противник уничтожен! Вот он! Так, мы едем или нет? Падла! Хопа! Хопа! Хадсон, видишь эти провода? Да, идут по всему комплексу. Давай. Они хотят тут все взорвать! Быстрее, парни! У нас мало времени! Ну? Я-то здесь, что надо-то? Штайнер не здесь! Закрывается! Что это? Это Фридрих Штайнер! Он глушит наши рации! Он знал, что мы здесь! Знал! Это камера, он видит нас! Драгович решил похоронить все и всех причастных к проекту НОВА! Уверен, я следующий! Что тебе нужно? Цели по Соединенным Штатам. Да, по всей Америке Драгович разместил агентов, ждущих сигнала для выпуска Новый 6. Боевой Новый 6. Передача цифр. Что она означает? Я расскажу вам все в обмен на безопасность. Да. Я на острове Возрождения. Собирайте в Аральском теперь. Море. Выбор за вами. Во-во-во-во. Нужно идти. Сейчас. Покиньте, покинем. Уходим! Сейчас все рванет! Скоро его не будет! Я побежаю! Давай сюда! Много целей! Так что он все ранило! Он в моем поле зрения! Вон они! Держать! В яблочко! Конечно! Так точно! Мой! Вниз, граната! Сейчас гранатой! Я тебя прикрываю! Давай на поражение! Вон так. Они! Держи в поле зрения! Скоро его не будет!
кого-нибудь, поле зрения не будет. Блин, так, пулемет, этот гребаный пулемет. Ладно. Ну давай. Сейчас все под огнем! Понятно! Санитар! Вот он! Утверждай! Закрой! Вас предупреждаю! Я его вижу! Так. Красиво сработал! Скоро его не будет! Полный град огнем! Понял! Прикрываю вас! Делай! Есть! Есть! Нейтрализован! Да я его накрыл! Он не оживает! Вот он! Вот туда! Держи в поле зрения! Он у меня прицелы! Тебя подстрелили! А я вижу, что меня подстрелили! Легко! Там это поражение! Прицелы! Закрой! Да, вот туда! Давай! Его не будет! Я вижу, это я! Сделаю! Он мой! Бегом оттуда! Тихо! Вот он! Меняю, стреляй! Вот туда! Вон они! Вот они! Я его вижу! Уничтожи! Понятно! Где ты? Есть! Еще! Угроза устранена! Полностью или что? Он прав! Держи в поле зрения! Он у меня на бушке! Меня на 50% не устроит! Вот он! Легко! Вот он! Он не один! Да, вот туда! Сразу предупреждаю. Вот они! Давай! Это пулемет! Вывези нас отсюда! Придется замкнуть. Старый хороший пулемет. Мне этот пулемет понравится. Что ты не можешь завести, что ли, или что? Или мне надо за руль сесть? Вы без меня ни хрена не можете. Еще чуть-чуть. Есть! Давай, заводи! Лавина накрыла всю базу. Но кажется, новые сумели добраться живы. Вы почти спаслись, Мейсон. Почти, мы спаслись. Я создал оружие на основе Новы-6. Вьетнам и Лаос были полигоном для испытаний. Его агентурная сеть по всем Соединенным Штатам только и ждет сигнала выпустить Нову-6. США вторглись давным-давно. Коммунисты ждали и готовят ура. А я что могу сделать? Ты знаешь о спящих агентах. Я пытаюсь помочь. Драгович использует особые коды для связи со спящими агентами. Все эти цифры передаются из одной точки, Мейсон. Скрытой точки. С чего вы взяли, что я знаю, где это? Ты был в Воркуте, Мейсон. Мы знаем, что там делают. Они запрограммировали тебя. Ты можешь расшифровать эти коды. Но Резнов никогда... Стой! Мейсон, мы уже на грани войны. Где станция связи? Где станция связи? Драгович держал нас, как крыс в клетке. Мейсон! Мы теряем его! Мы все братья. Мы все пленники. Лаос. Это все.